Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем вскрытие посылочек из Китая. На очереди шестая посылка, самая большая, в этом чудо-пакете, пришедшем из Китайской Народной Республики. Находится, судя по всему, защитный чехол для MacBook Pro. Добрый китаец написал, вот, Kyber Cover Free Gift for you, New Year Gift. В общем, поздравим меня таким образом с Новым годом, который у нас уже прошел, у них только будет, поэтому он со своим Новым годом наступающим меня поздравил. За что ему спасибо. И тебя, дорогой товарищ, с наступающим Новым годом. Так, вскроем посылку уверенными, но безопасными разрезаниями ножницей. Ножниц. Так, и не зря она была безопасное разрезание. Так. Что у нас находится внутри? Внутри у нас находятся две защитных пленки и опять с накладками. Одна очень черная, вторая менее черная. Спасибо чуваку, вторую прислал. Если бы русская раскладка здесь была, цены бы у меня не было. Ну да ладно, так вот. Раскладочка очень мягенькая, очень кайфовая, на ощупь просто замечательная. Далее идет защитная пленка на экран со специальным вырезом для камеры, что немаловажно. Ну и, конечно же, собственно, сама защита для MacBook'а с экраном Retina. Давайте скроем, посмотрим, что там внутри. Понятно, что защита. Просто не получится, она крепко сидит, не достать. Так, да что ж такое-то. Да, покупал я этого продавца специально второй раз, потому что первый чехол пришел и прослужил мне практически год верой и правдой, защищая девайс от яблочной корпорации, от ударов, сколов и прочих неприятностей. Так, ну-ка. Открываем. И опля, оно вскрылось. Внутри глянцевое, снаружи прорезиненное. Кайфовое на ощупь. О, эти волшебные штуки, у них можно заливать воду и морозить. А впоследствии лед используют по назначению, по-любому. И верхняя крышечка для MacBook'а. Как он сидит на MacBook'е, будем смотреть позже. У следующей серии нашего увлекательного мегасериала. Так. Вот она. Да, ну на самом деле на ощупь очень классно. И не только на ощупь. Я думаю, защита тоже будет замечательная. Защитный чехол. Защитная пленка. Две накладки на клавиатуру. И все где-то за 20 нанобаксов примерно. Здесь это стоит в разы дороже. С учетом того, что чехол очень качественный и очень хороший на уровне известных брендов. Бесплатная доставка до России. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет, получайте это удовольствие. Всего хорошего.